Но сейчас многие слова, наверное, просто бессмысленные. Юлия Лепницкая, несмотря на относительно неудачный прошлый сезон, по-прежнему остается любимицей публики во многих и многих городах и странах. Третье место после короткой программы Юлия Лепницкая и саундтрек к фильму «Убить Билла». Счастливо тебе, Юля. Ногу. Вот она, худоба. Вот оно, без соли. Докатывай, Юлька, если можешь, то докатывай. Не может надо вступить. Или старая травма, или свело ногу. У нее есть 2 минуты, в принципе. Она может начать оттуда, где она закончила. Ей будет снято, конечно. Да, конечно, да, будет конечно, снято. Ей будет снято. Очень уверенно пошла первую часть программы. Да, первую потом... часть программы получилась. И очень большая благодарность зрителям за то, что, конечно, все вот приветствовали, прямо в такт их аплодировали. Нет, вообще не может наступить, похоже. Даже не отталкивается. Ох, как же тяжело-то все. Ты будешь докатывать? Да. Докатывай. Куда это? 3.08? Ну, это, наверное, спираль.
Ну, найдешь, где музыка. Давай докатывай. Молодец. Молодец. Это очень мужественно сейчас. Очень мужественно. Докатывай, докатывай. Юля, у тебя есть 2 минуты. Она не знает, это... Вот правило, правило. Потому что есть 2 минуты, можно немножко ногу на себя взять, можно было перешнуроваться. Успеть. Уколоть иголкой. Доктор, где? Да. А? Не факт? Да. Так, 7-8, это уже конец программы. Там остается 3 элемента. Ну все. Ладно, давай, Алешка, слышно? Слышно, слышно, да. Мы специально сейчас молчим, чтобы вы прослышали, как разговаривают Алексей Урманов, Юлия Лепницкая. Такой тандем тренера и спортсмена. Оба олимпийские чемпионы. О, плачет. Ну что, музыка? Что упал с акселя. И могли, конечно, и пораньше включить, потому что они видели, что она не может кататься. Она поздно встала. Поздно встала, поздно подошла. Молодец! Молодец! Вот такая трагическая судьба у этой олимпийской чемпионки. Столько надо терпеть и дотерпеть. Сейчас, Лена, соберись. Вот смотрите, стартовый каскад, как здорово получился. Чистейший тройной лутц, никаких проблем ни с докрутами, ни с бедро, ни с ребром. Потом двойной тулуп. Тройной ритбер, ритбергеры тоже без вопросов. Это флип. Тот самый злополучный флип, который стал камнем преткновения на Олимпийских играх в Сочи в личном турнире. Вот и сейчас судьи не пожалели. И неверное ребро на нем. Сальхов там у нее был, а не флип. Не было там Сальхова. Она упала с Сальхова. Она в Сочи? Да, в Сочи. Не буду сейчас спорить, давно было, да. И вот тут попытка зайти на аксель, которая в итоге все вот это и завершила. А вот это уже концовка, это уже когда после возобновления программы Юлия Лепницкая вновь пошла на аксель 2,5 оборота. Сложно сказать, задумывала ли она там прыгнуть еще каскад аксель с тройным тулупом, или просто это был сольный двойной аксель, но падение как следствие. Терпим, Юля. Юль, терпим. Да, тут ничего больше не остается. Ну что тут, какой может быть итог этой программы? Травма – это то, что преследует спортсменов. Многих случается, если не у всех, то почти у всех профессиональных спортсменов. Остается только перетерпеть. Готовилась к этому, как собака.
Ну, браво. Браво за мужество. Терпела. За то, что докатала. Так бывает. И так бывает. Ну, вот ради этого, ради слез публики нужно понимать, что все это не зря. Когда ты до глубины души трогаешь людей в зале, многие тысячи людей. Спасибо сегодня зрителям, которые практически переполнили Ходынку. Тысяч, наверное, 12-13 на трибунах присутствует. Это очень здорово.